участвую в конкурсе «Ярмарка идей» уже не первый год, и в этот раз я решил представить авторский социально значимый литературно-художественный проект «Сборник для ветеранов и подрастающего поколения». Наш проект называется «Батарейка плюс или минус». Смысл нашего проекта – это в том, чтобы люди правильно утилизируют батарейки и чтобы меньше было загрязненной земли. Мой проект называется «Изучение топонимики Новомосковского административного округа Москвы». В нем я, в принципе, изучил происхождение названий тех или иных мест, поселков, деревень, городов нашего Новомосковского округа. Мой сборник имеет воспитательную роль и большое нравственное значение. У нас достаточно много загрязненной земли, и если мы не начнем утилизацию, наша земля может погибнуть. Я уже несколько лет занимаюсь изучением топонимики своего края родного. И в этом году нас присоединили к Москве, и мне стало интересно вообще в целом глобально посмотреть на наш округ. Это не только для университета важно, это, может быть, в большей степени важно для самих этих ребят. Собраться в одном месте, посмотреть, как это делается в конкуренции, потому что они в будущем окажутся в конкурентных условиях. Как в конкуренции с другими проектами, с другими школами они могут себя лучше показать, представить, и к этому надо им готовиться.